края в сравнении 7439 абортов. И за период января-апреля 2020 года в городе Хабаровске зарегистрировано 1133 аборта. В Хабаровском крае 2432 аборта. Это тоже такой плацдарм для работы, потому что каждый аборт – это новая жизнь. И если мы будем делать акцент на предотвращение абортов, да, то мы, соответственно, можем способствовать увеличению населения. Общее число проведенных процедур ЭКО – это...